Так, здравствуйте, ребята, приветствую на канале Агролайф. Значит, такую вот коробочку я получил, ободрал я наклеечку. Значит, что это? Это, ну, все знают, у нас опрыскиватель, там есть РАО, ну, у нас РАО, у кого-то не РАО, там. Значит, опрыскиватель, ну, я хочу сделать, я в том году сделал управление секциями на этом опрыскивателе. А теперь хочу сделать автоматическую регулировку нормы вылива. То есть сбросил скорость, оно как льет тебе 200 литров на гектар, или там 220 литров на гектар, так и льет. Значит, да, получил я это от Агропилот в комплекте. Ну, я купил, это еще пока не реклама, ребят, потому что все это мы с вами будем испытывать, скажем так. Хомутики есть в комплекте. Все это мы с вами будем испытывать. Я лицо не заинтересована, и поэтому вот такая вот агропилот. Ну, инструкция тут. Все остальное. Значит, что у нас есть? Он сделал сразу кабеля. Это на опрыскиватель, на секции цепляется. По этим датчикам будет регулироваться, я так понимаю, норма вылива. То есть сколько литров на гектар. Так, есть, хорошо, понял. Это датчик слива. Когда те датчики перекрываться будут немножко, то этот будет открываться, я так понимаю, будет сливать в бак лишнюю жидкость. Ну, правильно, чтобы насос не перегружал и не разрывал шланги. Значит, вот такая тут мамка. Интересная мамка, кстати. Папка крутится. Я таких не видел еще. Хорошо, это второй вопрос. Значит, сам контроллер, а компьютер для автоматичного управления сельхозтехникой. Google Play, есть его ихняя программа, они разработчики, ну, наверное, Агропилот СК-10. Значит, ребят, ну, он тут на 10 секций, но у кого опрыскиватель там на 3, то и, ну, на 3 достаточно, на 5 может, ну, у меня 7. Нестандартные опрыскиватели, таких нет. Я когда-то хотел установить автоматику Бравис туда, но он мне тогда сказал, да я вам его переделаю на 5 секций. Тогда это стоило 80 тысяч. Сейчас я слышал, что около соточки стоит Бравис. Поэтому, ну, как бы дороговато. Попробуем нашего украинского производителя. Но я вообще склоняюсь к нашим украинским, да, производителям. С теми же румами. Надо поддерживать наших производителей, чтобы люди здесь работали, не текали за границу. Вполне такая себе мамка интересная. Значит, что у нас есть еще? Подставка на навигатор. Ну, навигатор, я так понимаю, планшет. Да, посмотрим, как будет работать. Ничего пока не скажу. Еще не знаю, планшет еще не купил. Надо купить, я так понимаю, с 8 дюймов. Это экран влазит. Ну, я буду брать самый маленький, но более-менее, чтобы производительность была у него. Что у нас еще есть? Какой-то шнур. Зарядка, наверное, туда. А, нет, там есть плюс-минус контроль. Ну, короче, прикуриватель и шнур. Ну, я себе буду делать все стационарно. Наверное, без прикуривателей, потому что они могут выключаться. Это такое дело. Трактор, ребят, трусик. И GPS-антенна. GPS-антенна. Простенькая. Маленькая. Ну, как Роман меня уверял, что ловить она должна очень даже неплохо. Но это мы с вами все проверим, ребят. То есть, я установлю это все. Ну, сейчас, конечно, нет. Немножко потеплеет. И будем проверять. Наверное, навигатор сам я буду сверять. У меня есть навигатор Авега, да? Он, ну, не сверхточный, ребят. Как бы, ну, для наших этих хватает там опрыскивания. Опрыскивания и разбрасывания нам хватает. И поэтому я установлю этот навигатор, скорее всего, и буду проверять его с тем, сравнивать более-менее как-то, скажем так, научиться. Я понимаю о том, что, да, погрешность будет. Не верю я в чудеса, но посмотрим. Я, если до реальная до метра будет, до погрешность, то имеет право на жизнь. Я вам серьезно говорю, потому что
на Олега есть это, да, погрешность местами. Ну, в целом, ну, работает он неплохо. Да, поэтому мы не за Олега. Штука, я считаю, интересная. Оставайтесь на канале. Мы это с вами обязательно установим. Сейчас немножко потеплее, сейчас мороз просто. Ну, я думаю, в следующем месяце это уже будет в марте установка. Может быть, в апреле. Ну, ближе к опрыскиванию. Мы кассом не работаем, а... ну, зерновые начнем опрыскивать, потом эти подсолнечники. Хотя, я думаю, на Евролайзе мы в этом году будем оставлять минимальное количество. Все будем, да, под междурядку, да, культиватор мы все-таки купили. И в том году он себя очень неплохо показал. Посмотрим, все это, как будет влага, все это будет от этого зависеть. Значит, что хочу сказать. Ну, цена этого комплекта, конечно, радует, но у него на сайте там эти цены есть. Как он, ну, работает, я пока сказать ничего не могу. Я скажу все, когда мы уже подключим, протестируем его. Но задумка неплоха. Я думаю, что надо развивать эту тему. Спасибо, ребят, за такое небольшое видео. Спасибо за просмотр. Это как видеоанонс. Мы обязательно это дело с вами протестируем. Все, пока. Оставайтесь на канале. И до встречи в следующих видео.